Фотоэлектричная станция и энергоэффективное вуличное освятление. Альтернативные крыницы энергии выкористовывают у Могилевском электротехничном колледже. Обсталевание закупили за лик республиканского и областного бюджета у рамках реализации программы энергосберегания Могилевской области. Вот то, что присутствует в этом помещении, забирается вот этим тепловым насосом и отдается в радиаторы, в нашу систему отопления. Тепловая помпа отдае значно больше тепла, чем забирая. Это лабораторная установка, на прикладе якой будущие электрики вывучают сучасные технологии энергосберегания. На одном из лабораторных занятий мы с учащимися провели опыт, в результате которого мы получили 3,5 кВт полезной энергии, на что мы затратили 1 кВт электрической. Посудите сами, выгода очевидна. Звычайные электричные лямпы имитуют солнечные промени на солнечном коллекторе. В течение часа мы 80 литров воды можем нагреть до температуры 60-70 градусов. Благодаря только солнечному коллектору. Гэтую лабораторию колледж набыл по областной программе развития, потом пошли далей. По программе энергосберегания на одном из корпусов установили фотоэлектричную станцию. И она працует на потребу установы, забеспечивая энергией столовку, спортзалу и бухгалтерию. На данный момент станция показывает, сколько идет выработка электроэнергии. Сейчас 1454 ватта. Мы просто прикрываем листом, показываем, что это, вот, пожалуйста, 1337. Как только идет по расписанию у них урок, соответствует тема, идем сюда на крышу и показываем эффективность и как работает эта станция. Еще одна фотоэлектричная станция, только другой системы, працует на будинку 45-й школы Могилева. У электротехничном колледже анализуют данные обеих станций. На экране видим мощность, которая вырабатывается за последний час. Вот, то есть 1,6 кВт – это то, что вырабатывает наша фотостанция. 2,645 – это то, что вырабатывает сейчас средняя школа номер 45. И вот мы с вами видим диаграмму, графики, которые выработки электроэнергии за каждый час. Про эффективность кожной можно будет сказать только наприкінці года, удокладняют специалисты. Зато и уже зараз видовочна работа 9 вуличных лямп на солнечных батареях. За год на осветление территории колледжа планируют сэкономить больше за 5,5 тысяч рублей. Татьяна Сергеевич, Дзяніс Бутылін, новини региона.